Молодежное научное сообщество БГПУ под руководством студентки магистратуры первого года обучения Алсубай Буртли продолжило работу в новом темпе. Интересные методы и формы придумываются для того, чтобы привить студентам интерес к науке. К ним можно отнести и познавательную игру «Коэффициент интеллекта», направленную на выявление уровня знаний студентов по разным отраслям наук. Суть игры заключается в том, что в каждом туре участвует более 10 команд. Участникам предоставляется возможность выбирать вопросы на понравившуюся тематику и таким образом собирать IQ-баллы. Команда, ответившая на большее количество вопросов, признается самой эрудированной и получает возможность перейти на следующий этап игры. Сначала выявляется самая умная команда факультетов, затем университета, а потом проводится межфакультетский турнир среди лучших из лучших. 11 декабря в одной из аудиторий БГПУ собрались эрудиты уфимских вузов. Необычный формат игры включал в себя музыкальные вопросы, делая интеллектуальный турнир и культурно-познавательным. После двух часов захватывающей битвы определились самые эрудированные студенты. Первое место заняла команда интеллектуального клуба БГМУ, второе место заняла команда УГАТУ, третье место присудили команде студенческого научного общества, опять же БГМУ. Первая в истории межвузовская игра «Коэффициент интеллекта» запомнится участникам яркими эмоциями и интересными вопросами. Возможно, уже через год подобная аудитория вновь соберется для состязания знаниями только в другом университете Уфы. Но стоит отдать дань уважения студентам БГПУ. Традиция заложена ими.